животик. Спит на мягком кресле и не ведает забот. Мягкие лапки, коготки, царапки, ласково мурлычет, словно песенку поет. Привет! Вы на канале Чем Битэль? Я Маша! А у наших родителей Качара. Вот такие они мирненькие. Привет, друзья! А как же их зовут? Солнце, Снежок, Чёрчик, Пискря. А почему вы их так назвали? Пискря пищит сильно. Вот слышите, как она пищит? А Чёртик, почему он Чёртик? У него рожки. На головке как будто рожки. А Солнце, почему Солнце? Рыжий. Потому что он весь рыжий. А Снежок почему? Белый. Потому что он весь белый. Вы с ними справляетесь? Да. Они веселые котята? Да. Только драчуны. Только мои драчуны. Сильно дерутся? Да. Они, когда были маленькими, сразу дрались. Вот мы сейчас покажем, какие они были, когда были совсем крошечные. Да. Из них девочки, а кто мальчики? Пискля девочка, а вот эти все трое мальчики. Пискля девочка, а те трое мальчики? Да. Видите, как она пищит? Да, она действительно пискля. А где же их мамка? Мамка на улице. Одна на улице, одна в доме. Ага, у них еще и две мамки? Да. А как же мамок зовут? Стрелка и Белка. Класс! А мы покажем мамочек? Да. А это их мамочки. Стрелка и Белка. Вот эта Белка сейчас вылизывает своих котят или не своих? Нет. Какие котята Стрелки, а какие Белки? Три котенка, Пискля, чисто белый, вот этот Снежок и Чёртик Стрелкина, а один рыжий Белкин. Ага, они разные мамки у них, но они всех выкармливают, да? Угу. Смотрите, они все полезли кушать сейчас. Они после кушания спят. Да, уже им спадки пора, они наигрались. И пора спать. Угу. Класс. Кому понравилась наша семейка котов, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Чем Битэль. И Маша! Пока-пока! Пока, друзья!